Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Сегодня будет максимально необычное видео и интересное, потому что я поставил для себя задачу сделать 100 рейсов за день. Я хочу посмотреть, сколько я смогу заработать, сколько у меня на это уйдет времени. И, в принципе, мне осталось немножко, чтобы вкачать 109 скилл. Поэтому сегодня мы это сделаем, посмотрим. Я примерно даже не понимаю, сколько у меня идет времени и сколько я заработаю, но думаю, вам это будет интересно. От вас хочу увидеть максимальную активность. Давайте на этом ролике наберем 200 лайков, и я вам буду очень сильно благодарен, потому что, я думаю, вы сами понимаете, на этот ролик у меня уйдет не час, не два, а скорее всего 3 или 4 часа. Поэтому от вас хочу видеть максимальную отдачу. Ну а если вы еще не играете на проекте Amazing Holy Play, то, конечно же, заходите. Все полезные ссылки есть в описании под видео. Ну и, конечно же, не забывайте вводить промокод. Пишите /mm, 7-й пункт промокод, указать друга ютубера и вводите самый лучший промокод Полканов. За этот промокод вы получите 450 тысяч. Его можно вводить на любом сервере. Я вам могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита. Я еще не знаю результат, то есть я записываю начало заранее, поэтому мне самому будет интересно, сколько я смогу заработать. Ну что ж, дамы и господа, я думаю, можно начинать наш эксперимент. Деньги я положил в банк, то есть денег у меня 0. Как бы я готов. Время, пацаны, давайте засекаем просто время. 2.05 время. Как я буду считать рейсы? Как бы сколько я рейсов сделал? Смотрите, у меня есть такая вот, получается, темочка, это скиллы. И здесь мы будем смотреть потом, сколько я, в принципе, накатал. То есть сейчас у меня вот 681 рейс, и на следующий скилл мне надо 756. То есть потом я посчитаю, как бы, чтобы вышло 100 рейсов, и, в принципе, будет нормально. Я хочу сделать именно ровно 100 рейсов за сегодня, посмотреть, сколько я заработаю, сколько у меня идет времени. Я думаю, видос будет интересный, потому что подобного, в принципе, вроде бы, как я не видел нигде. Поэтому я думаю, темка интересная. Вот, если что, у меня 108 скилл. Понятное дело, то, что я не буду там снимать, как я все время работаю, то есть все там 3 или 4 часа. Не знаю, сколько у меня на это уйдет. То есть зависит от того, какие рейсы я буду возить. Если я буду возить короткие рейсы, то, в принципе, я думаю, я быстро сделаю 100 рейсов. Поэтому, не знаю, посмотрим. Рейсы, конечно, максимально хреновые. Сейчас, как бы, много людей катает, поэтому немножко будет сложно, пацаны. Немножко будет сложно, но ладно. Я уже решил, я уже достроился, как бы, катать, поэтому пути назад нету. Буду катать. Сейчас немножко покатаю, вам покажу. Потом уже подрубаю музончик просто. Захожу со сборочки, потому что, ну, с лаунчера с графикой сложновато катать, потому что не такая игра плавная, понимаете? Поэтому сейчас я покатаю вам, немножко покажу. Пока что я заработал как бы 7000. И прошло уже почти 5 минут с того момента, когда я начал. То есть за 5 минут я, в принципе, сделал 2 рейса. А, так, кстати, я забыл. Тихо. Я забыл кое-что сделать. Это инфо, я же на компанию катаю. Так, 28 тысяч, короче, запоминаем. Потому что у меня компания как бы есть. И катать на себя, ну, было бы тупо. Поэтому я просто буду катать на компанию. А те деньги, которые я заработаю на компанию, я потом добавлю к тем, на руках, и мы получим сумму.
Ну что ж, дамы и господа, что я могу сказать? Прошло 2 часа 55 минут. И за это время я сделал 75 рейсов. А если бы точнее 74, сейчас мне осталось довести один рейс, и у меня будет 109 скилл дальнобойщик. Здесь мы видим то, что когда я начинал видео, у меня было 681 рейс. Мы прибавляем остальные рейсы, и получается 75 рейсов. То есть одного сейчас не хватает. Сейчас мы довезем, мне останется 25 рейсов. Сейчас подведем некий итог небольшой и расскажу вообще свои впечатления, ощущения, потому что, честно, я устал немножко. Я думаю, то, что будет попроще, ну, то есть рейсы, то нету, много людей там по встречке катают. Но, в принципе, я не сдаюсь, работаю дальше. А на данный момент я заработал 1 400 000, 60 000 у меня ушло на бензин, 100 000 у меня ушли на штрафы, ну и, в принципе, все. По расходам, как бы, это все. Давайте еще посмотрим, сколько я накатал на компанию. На компанию заработал, получается, 109 тысяч. У меня было 28. Будем говорить так, то, что я заработал 80 тысяч на компанию. Итого я заработал лям 500. Это чистыми, а грязными я заработал где-то лям 700, плюс-минус. Это почти за 3 часа. Я считаю, то, что неплохой результат. Я катаю как и длинные рейсы, так и короткие, потому что катать те или те никаким образом не получится, потому что, ну, рейсы постоянно разные. Самое еще интересное, когда я выключил запись, у меня просто начало жестко фризить. Реально, очень жестко фризить. И реально не было рейсов просто. Я приезжаю в Арзамас, там 0 рейсов, понимаете? Приходилось там то в Эдово ехать, то в Эдкарино, то еще куда-то. Поэтому сложно было. Сейчас как-то более-менее полегче. Сейчас на Арзамас 1 полетим, попробуем там рейсик взять. На самом деле со сборкой реально как-то проще катать и реально быстрее как-то игра работает, быстрее окна открываются. На самом деле, типа, да, я, пацаны, красный езжу, потому что, ну, стоять на каждом светофоре, ну, я думаю, понимаете, то, что, ну, это жестко будет. Это будет очень долго, я реально буду до утра это видео записывать, и я так уже 3 часа записываю, понимаете? Тем более, я постримил и сразу начал записывать после стрима. То есть, реально, немножко устал, хочется отдохнуть, но осталось 25 рейсов, сейчас быстренько добью 25 рейсов и посмотрим уже, в принципе, итоговый результат. То есть, да, я как бы учитываю расходы, то есть штрафы учитываю, там ремки, бензин, то есть это я тоже все учитываю. То есть у нас будет и чистая прибыль, и грязная прибыль. Точнее, скилл добиваем, бля, уже башка не валит, я уже реально заколебался. Все, скилл вкачал, мне об этом написало, теперь можем ехать дальше. Теперь более-менее будет понятно, знаете, сколько там за 100 рейсов зарабатываешь, плюс-минус. Блять, у меня еще клавиша залипает, блять, ну ты заебала, ну реально. Но я, в принципе, доволен результатом. Я бы думал, конечно, будет побыстрее, но я думаю, то, что плюс-минус у меня уйдет 4 часа. То есть уже 3 часа я потратил. За час, думаю, 25 рейсов я смогу сделать. Интересно, сколько мне понадобится... Ага, 763 рейса, чтобы вкачать 110 скилл. На самом деле, моя цель еще вкачать 110 до конца лета. Я, кстати, катал без остановки, то есть вот это все время я катал, катал, катал. Это реально жестко, пацаны. И надеюсь, то, что вы оцените это видео по достоинству. Да, возможно, здесь нету такого что-то прям сверхкрутого, но сама, пацаны, суть, то есть 100 рейсов на 100-м скилле, как бы сколько время уйдет, сколько бабок заработаем там и так далее. То есть подобного никто не снимал, мне кажется, это будет интересно. Особенно дальнобойщикам, поэтому если вам реально понравится, то, возможно, запишу видео, где там я буду работать в такси и 100 заказов в такси, например, буду возить. То есть, мне кажется, тоже интересная тема. Тем более, я с этого аккаунта в такси не работал ни разу. Поэтому, если вы реально поддержите этот видос, если здесь будет хотя бы 200 лайков, я передаю компанию кому-то на время, иду в такси и записываю видео, где я буду катать 100 заказов в такси. То есть, ну это реально будет круто, интересно. Главное, пацаны, это ваша поддержка. То есть, я готов стараться, я готов тратить столько времени на видосы. То есть, 4 часа, пацаны, это только съемка видоса, понимаете? Еще будет монтаж, рендер там и так далее. Я для вас стараюсь, постарайтесь для меня, просто поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите, пожалуйста, комментарий. Наконец-то, просто наконец-то я закончил, пацаны. Реально, я устал. 4 часа 10 минут, пацаны, у меня ушло. Я в ахуе. Я реально в ахуе, потому что я устал. Я надеюсь, что вам это видео понравится хотя бы немножко, и вы поставите лайк. Давайте сделаем теперь подсчет. Увидите то, что у меня почти 2 миллиона. Итого я заработал 2 миллиона 70 тысяч рублей. Это чистая прибыль. Также на штрафы ушло 150 тысяч. На топливо ушло 100, по-моему, да. И на ремки ушло где-то 50 тысяч, короче. Короче, где-то 200... Блядь, чё я пишу, блядь, я так заебался. Ой, блядь. Короче, ребята, если чистыми 2 миллиона
70 тысяч, если грязами 2,3 миллиона. Тогда я сделал 75 плюс 25, итого 100. Давайте я покажу вам целостность своего автомобиля. Кстати, я забыл сказать в начале ролика, то что газон у меня получается третий чип, нитро, гидравлика, аудиосистема. Целка, пацаны, улетела нахуй, потому что когда я начинал катать, у меня целка была 94. Что я могу по итогу сказать, то что в принципе результат, пацаны, неплохой. Накатал как бы 2 миллиончика, но так как я катал и длинные, и короткие, у меня вот так вот в принципе получилось. По идее, если бы я катал чисто бы длинные рейсы, у меня вышло бы, ну сколько, 2,8. То есть, в принципе, нормально. Грязными 2,3, 2,4. В принципе, на этом, я думаю, можно заканчивать, потому что, ну, поработали, все до конца довели. Хочу от вас увидеть реально хорошую активность, я уже это несколько раз сказал. Кто еще не поставил лайк, реально возьмите, поставьте, и также можете подписаться на канал. Я для вас постарался реально сделать интересное видео. Все полезные ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Я вас могу принять в семью, в компанию. Помогу, чем смогу, поэтому приходите ко мне на 02 сервак, на Елов, буду всех рад видеть. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.